Глава 8. Одна из банд дома Орлок занимается контрабандой археотеха в верхние уровни улья с помощью старой железной дороги. Эта транспортная система занимает несколько уровней близлежащего купола. Поднимитесь и найдите диспетчерскую, чтобы перенаправить поезд и выяснить, что замышляют Орлоки. Аварус. Ну вот и на месте. Раньше это была территория Лансаров. Потом Орлоки захватили ее и теперь цепко держат. Что собираешься делать? Отправлю посылку и сообщение. Если Орлоки хотят получить свой груз, они могут прийти и забрать его у меня. Как мне изменить курс контейнера? Сначала нужно найти диспетчерскую. Она находится на одной из платформ над тобой. Поняла. Так, надо было сначала диалог прочитать, потом же в бой вступать. Так, оператор башни. Так, наверх куда-нибудь. Туда я вряд ли пройду. А где-нибудь здесь по зданию. Там разобьемся. Так, вон там есть проход. Так, походу не туда. Очень интересно. Так, по стенку что ли бежать? Понятно. У меня с этим беда. Походу дальше надо по стенам бежать. Так, нам надо туда. По мне стреляют. С кем-то воюют.
место, куда ты провалились. Поторопись, я отправил тебе местоположение диспетчерской. Почему так долго? Потому что тут непонятно, куда вообще идти. Вызовите грузовую платформу. Так, теперь походу вниз. Ну, такой себе платформа. Интересно. Активируйте грузовую платформу, чтобы добраться до старой электростанции. До сих пор работает. Качество вансаров. Не будем мешать. Ничего интересного. Какая-то, наверное, взрывается бучки. Нет. Войдите на склад. Здесь много чего происходит, но я заметил, что один контейнер они оберегают особенно тщательно. Аквила 77. Как поняла, Аквила 77. Да, я поняла. Что там находится? Постарайся найти и узнать. Так, здесь, кстати, тоже возможно, что никто не будет заканчиваться, поэтому надо узнать. Как узнать? Найти, нашел. Аль, надо найти коробку. То есть это не точка, которая нам нужна. Нам самим надо искать. Так, Аквила 77. Ошибка. Так, перезапустили, продолжаем. Так, 7-7.
Yeah, I got it. What's in it? Find it. Find it. Как использовать координаты? Okay, got it. I found the terminal. Ура, я нашла терминал. Ты знаешь, что делать дальше. Yeah. Да, но дела плохи. Сработала сигнализация. Так, А77. Так, это не цифра вообще. Так, надо здесь посмотреть. Все, он стоит по центру, значит, у нас идет Б. Два. Б2. Так, это вверх-вниз. Нам нужен верхний. То есть Т. Б2Т. Так. Эй, у нас тут крыса-воришка. А хоть что-нибудь делается, нет? По-моему, что-то неправильно. Я не знаю. Может быть, их надо перебить всех. Так, эта штука у нас вернулась. Так, может, там что-то... другое. Не, вроде все правильно. До сих пор надо всех перебить. Есть еще какая-то панелька. Либо, может, где-то что-то еще надо нажать. Либо здесь находиться. Допустим, что мы можем еще использовать. А если так? А, вот он чуть-чуть подвинулся. Здесь все-таки нам надо вот этот значок. Типа бабочки. А нет, не работает. Так, очень странно и непонятно. Так, все понятно, 77. Это, походу, не тот контейнер. По
показывает на неон, по факту нужен неон. Нам, походу, нужен вот этот. 77. Других вроде бы нету. Так вот, здесь прям четко написано 77. На этих ничего не пишет. Так, хорошо, тогда у нас идет Б. Верхний. И цифра 1. А у меня как точка показывала, на центральный, я думал, центральный нужен. Так, здесь цифра 1. Заберите контейнер. Сопровождайте контейнер. Они, наверное, заканчиваться не будут. Хорошо, оставайтесь на месте. Мне тоже нужно доставить кое-что. Что? Так, стрелять мы не можем. Проклятие. Так, интересно. Здрасте. Не было же никого. Потерял. Против этих надо что-то помощнее уже. Все патроны закончились. Это хорошо стреляет только с прицела. Целиться нам некуда. И неудобно. Надо прицел, наверное, поменять. Тоже, но такой будет удобно. Если это возможно. Проще поискать патроны.
вскрылся. Нет. Так, боеприпасы нам нужны. Посмотри наверх. Где ты это достал? Неважно, лови и поосторожнее с этим. У нас только одна такая штука, поэтому постарайся прикрепить его правильно к контейнеру. Ладно, убираемся отсюда. И осторожность прежде всего. Они запрограммировали амботы защищать это место. Беспокоить их не стоит. Ты это серьезно? Миссия пройдена. Так, это у нас обрезанный дробовик нет. Трекер 2. А у нас трекер 1. Возьмем. Это не надо. Предмет статуса 3. Плюс 3. Так, вот это, наверное, мы все-таки будем использовать. Защита от огня, радиации и какой-то еще радиации. Возьмем. На это. Так, а вот здесь у нас защита от молнии. Можно, кстати, взять вместо 4% крита. Все равно это мало чего дает. Так, еще защита плюс шанс крита. Это если вдруг мы потом будем все это менять. Топ у нас. Сопротивление осталось. Так, археотех. 0.3 от радиации. Так, не знаю, куда это все закреплено. По-моему, вот это у нас стоял. В принципе, нам, наверное, это и не так нужно. Талисманы тоже слабенькие. Два 4000. Скейтер. Появилось новое оформление. Мартирс Энд. Ярко-зеленые глаза — это все, о чем он твердит. Но там было 4 банды, и он вроде как единственный выживший. Так что теперь понятно, почему в купол, полный товара, никто не хочет идти. Что поднимается вверх, должно вернуться вниз. Что опускается вниз, но много из этого возвращается вверх. По крайней мере, всякие хорошие штуки. Не удивлен, что старые технологии поднимаются на верхние уровни. Кто-то на этом хорошо заработал. Проклятие, они еще одну бочку украли. Теперь мне придется что-то делать с пьяными крысами. Ну, я нажимаю. Исправно плати, никого не убивай. И можешь заходить в любое время.
А, мне не к тебе надо, надо с тобой поговорить. Что, черт возьми, это было? Я Джаду. Послушайте, я сделал вам одолжение. Джада рассказал мне о вашем плане. Хорошая идея. Но содержимое этого контейнера доставило бы только хлопоты. Орлоки нас все равно поняли. Они знают, что мы их конкуренты. А значит, Сильвер Теллон тоже знает. Мы с ними расправимся рано или поздно. Я так не работаю. Я найду их. Счастливый. Так, сейчас пока не забыл, попробуем на снайперку нацепить другой прицел. Так, снайперка. Оптика. Так, боевой прицел. Ну, остальное пробиваемость можно, конечно, сделать. В принципе, все можно сделать. Так, здесь у нас будет все на пробиваемость. Так, приклад охотника. Он, по-моему, стоит. Да, здесь все нормально. Энергетические ячейки. Бонусный урон, понижение устойчивости, меньше вместимость. Здесь урон занижает, но магазин. Намного больше, 80 патронов. Либо 13. Так, ну пускай будет урон 72. Так, концентратор. Накапливать энергию и производить мощный выстрел. Так, вот может его убрать наоборот. И сделать из снайперки просто снайперку. Ну ладно, в принципе, если мы сделали этот прицел, то попробуем с зарядом. Модуляторы энергии. Выше скорострельность, повышение устойчивости. Охотника. Так, дальность меньше. Но зато точность и устойчивость. Еще и оперативность. Берем. Так, оформления нет. В общем, пробиваемый здесь не сделать нам. Так, смотрим здесь. Страйкер 2. Урон 47. Здесь 51. Урон мы, по-моему, так не сможем повысить. Магнитный ствол. Все будет то же самое. Абсолютно то же самое все будет. А, вот здесь немножко урон повышается. 54. Сорок семь. Здесь совсем чуть-чуть. В общем, по-моему, смысла нету что-то менять. Ладно, тогда, может, третий получим. Страйкер плюс 3. То попробуем. Second best? Да. Осмелела, да? Я имею в виду не пиво, а то, что ты пришла сюда. Я что-то пропустила. Разве ты не в курсе? Орлоки в ярости. Они назначили награду за твою голову. Вот это новость. Вы решили не упоминать такую мелочь? Хотел дать вам насладиться тишиной и покоем. Что за спешка, когда на вас будут охотиться, как на собаку, всю оставшуюся жизнь? Спасибо, но думаю, что разберусь со Скрэпджекс. Не только они, орлоки тоже охотятся за вами.
Думаете, все они работают на сервера Телона? Не знаю, но я думаю, что вы мешаете бизнесу дома Орлок. В этом вся соль с этими бандами. Некоторые из них могут попытаться разбогатеть и прославиться, сотрудничая с преступником, таким как Сильвер Теллон. Но у каждого дома есть свой бизнес. Дома постоянно тайно следят и всегда знают, чем занимаются их банды, и всегда следят за тем, чтобы их бизнес не пострадал. Я все это знаю. Спасибо. Айрон Вайперс, Скрэп Джекс, неважно, что они затевают с Сильвером Телланом. Железная дорога и контейнеровоз — это бизнес дома Орлок. Они не хотят, чтобы он пострадал. Вы для них большая заноза. Даже мои источники верхушки Улья слышали о ваших делах. Вы потрудились на славу. Я здесь не для того, чтобы бороться с домом Орлок. Но вы уже боретесь против них. Можете гордиться. Вы заставили их понервничать. У нас появилась возможность. На нас тоже назначили цену? Или только на меня? Это мелочь. Не волнуйся об этом. Нам повезло. Скоро будет встреча с главарей нескольких банд дома Орлок. Об этом знают даже главы клана из города Улья. Если Сильвер Теллон действительно замешан во всем этом, он тоже там будет. Где? Осторожней. Я не уверен, что пришло время. Где? Я все равно выясню. Хорошо, хорошо. Но никому ни слова. Джада вам поможет. Но не кричитесь. Может, просто посмотрите, кто появится первым. Смотрите. Говорить. Мне нужно найти новый баллон с кислородом. Этот начинает пахнуть странно. Еще более странно. Я тебя ждал. Ты знаешь, что здесь происходит? Да, и мне это не нравится. Что-то большое затевается. Посмотрим. Ты знаешь, где именно? Не совсем, но у меня есть ниточка, которую мы можем проверить. Выбери миссию. Так, мы, наверное, немножко прокачаемся. Чуть-чуть. У нас 80 тысяч, так, ноги, недостаточно кредитов. Значит, походу мы не прокачаемся. Остальное меня как-то мало интересует. Ну, только если энергию можно прокачать, хотя... Нет, смысла нет. Так, оружие тоже не надо. Steel Way. Так, да, все оставляем так. Так, ну можно, в принципе, это взять.